Блять! Огонь! Вот это нежданчик, ебать. Я просто не понял, как его стрелять. Ты что-то целишься, блядь. Оно не стреляло. Отсюда вылазить. А, подожди, перекрыть лестницу. Ох, ёб твою мать. Салам алейкум. Ладно, я пошел, давай, до встречи. Привет. Ох, салам алейкум, дорогой. Я не хочу играть. Бля. Ты хочешь? Не. Убей меня нахуй. Мне не повезло. Плохо ты придумал. Не повезло. Что у нас еще есть? Болтер, это что такое? Ну это как будто поувереннее выглядит. Ну это поувереннее выглядит, да. Как будто бы и ближе ему снести может нехило. Давай попробуем. Давай. Чужой. Ух, ёп. Слушай, ну как минимум эта волына его может напугать, я так скажу. А в эту дверь нельзя зайти? Нельзя. Он тебя не увидел, нормально. Не, он скорее всего увидел, он по вентиляции сейчас побежит. Не-не-нет. Я ж сказал. Извини. Дурак ты! Я даже не знаю, что мне делать. Меня и тут он ждет, и там он ждет одновременно. Вань. Там бессмысленно было, давай. Бля, просто. Пизда тебе. Салам алейкум. Ты чё, бессмертный? Пошёл нафиг, я тебе сказал. Бля, Ваня, как дробовик взять? Ваня, на дробовик. Ку нажим. Ку нажимай или ставь к нему. Ку, они. Блять. Да, блять, пизда тебе. Да я не могу. А в чем я застрял? Ой, да. Я идти не мог. О, у меня этот... Тебя проткнули, конечность потому, выросла. Это вентиляция. Да. Я понимаю. Так вот он сейчас вылезет. Вот отсюда, да? Ну, конечно же, блядь. Конечно же, блядь. Беги. Беги, сука, беги! Говно ебаное. Блядь, ну тебе не повезло, друг. Пошел нафиг, дебил. У него глаз нету, кстати. Как он меня видит вообще? Слушай, у него есть глаза. Где? Нет, ну не просто так он же тебя видит, блядь. Ну есть у него глаза, ты что пиздишь-то? Ну я сейчас сам посмотрю. Да есть у него глаза. У него где? Не под этой... Ну в смысле? Подожди. Вот. У него не под этой хуйней глаза у него. А-а-а. Стоп. Ну, ну, видимых-то нету. Так он тебя видит, блядь. Вот, у него вот эта хуйня, это глаза. Ну, тоже, ну, ладно. Найти отчет, взять лекарство, проветрить... Проветрить? Это ж так актуально, ебать. Проветрить помещение в космосе, блядь. Вообще с кайфом. Не, я хочу проветрить, блядь. Охладиться все станции. Ты хочешь туда вернуться и быть снова счастливым, но не можешь. Офигенно, да, я прочитал просто. Блядь, да тебе надо было в литературный поступать, я ебал. Как исправить одну роковую ошибку, изменившую твой мир? Ты примерно так же читал. Да я половину текста не вижу просто. Смотри, резко поворачиваю сейчас. Давай. Ага, оба, она, и нету. Она ушла, ты смотри. Ух ты, здрасте. Ух ты, здрасте. Че-то я немножко какулину уже отложил. Че, не ожидал, да? А за трейлером перейти нельзя? А это не манекен, кстати. Да? Ну, а манекен в трусах, не? Ну, пойдем подойдем с ним, познакомимся. Ну, подойди, да. Мужчина, здравствуйте.
Не, если ты хочешь, можешь идти за ним. Да он уехал куда-то, я не знаю. Мужчина, вы куда уехали? Вот единственное, что я боюсь, то что мы сейчас так задумчиво на расслабоне что-то решаем. Не, решаем, нет. Сейчас какой-нибудь как выскочит. Ебать я напряжем, ты не представляешь. Я сразу игру закрою, реально, потому что... Нет, не закрывай. Ну, магнитола не работает. Магнитола, блядь. Нихера себе магнитола. Такую в машину поставишь, вообще весело будет. Недостающая деталь, да. Малой, ты что, совсем ебанулся, что ли? Оглох на левое ухо. Да он что-то слишком много себе позволяет. Внимательно смотрим. 1. 4. 0. 8. 1-4-0-8. Блядь, там шею кому-то сломали. Да хер с ним, иди вводи пароль. Я не хочу. Блядь, чуть два раза открыть надо, нахуй. Да блядь. Я не хочу. Такой же, такой. Может, такой же. Опа. Пошло говно по трубам. О, салям алейкум. Создатель, я хочу услышать правду. А это типа должно было быть страшно или что, я не понял? Наверное. Просто как будто бы... Я даже не вздрогнул, я просто моргнул в этот момент и что-то... Ты смотри, какой манявый комп переливается. Да, весь. Кстати. RGB и всякое прочее, шоу-поинт. Три монитора. Беспроводных монитора, слушай, прошу заметить. Ну как три? Знаешь, сказать, что тут три монитора... А, ну и 6 телеков, да. Да, да, да. Причем, видимо, тоже беспроводных, как я вижу. Ух, блядь, он что, с головой туда погрузился, что ли? По звукам как будто бы да. А что я достал-то оттуда? Карту? Карту ты достал, да. А, окей, отлично. Ох, блядь! Че, обосрался, да? А вот это уже обосрался, да, это уже... Я уже что-то расслабился немножко. А ты не расслабляйся, нахуй. Бля, если бы ты знал, как я туда не хочу заходить. Да пофиг. Там же не будет, скорее всего, никого. Это же всегда так и есть. Давай ты проверишь. Ай, блядь, смотри, друг наблюдай. Куда побежал? А ну трусы одел, дебил. Без трусов пощеголял, даже не вытерся. Здорово, нахуй. Не, там должен этот, знаешь, этот негр появляться. Ты испугался? Неплохо. Я чуть кресло не упал. А я вообще типа стабильно. Реально, я что-то. А я что-то решил посадку поменять. Я что-то чуть отъебнул. Чуть как кулю не отложил. С ним мы можем начать все сначала. Маленький Питер. Пидер. Питор. Мы твои новые мама. Hello, Peter. Так, все, погнали. Так, она хотела, но что-то пошло не так. Хорошо. О, блядь! Ебануться, ебаный, насрал, блядь. Блядь, я не хочу с тобой больше в хорроры играть. Блядь, иди нахуй. Блядь, у меня мышка просто, ты бы видел, она сейчас левитирует на половине стола. Ебать, аж... блядь, иди нахуй. Ах, блядь, я аж плечо вывихнул. Ой. Фух. Ебать, урод. Ебать, у меня же голова заболела. Друзья, ну а кто досмотрел до этого момента, большой респект. Не забывайте, что впереди вас ждет потрясающий бонусный момент, ну а мы с вами услышимся на следующей неделе. Всем удачи и всем пока. Опа. Смешно тебе, дура? Блять, мне нихуя не смешно, блять. Смешно тебе, дебил? Блять, я не хочу уже говорить.